Это будет самый эпичный батл, который когда-либо существовал. Привет, бро, меня зовут Пузи, и добро пожаловать в Clash Royale в Роблоксе. Вы сейчас смотрите на мою базу и такие... Сколько у него арбалетов? Как он это сделал? Сейчас я вам все расскажу. После завершения второй серии я сразу же решил построить себе эти арбалетики. Я потратил очень много времени, и мне удалось это сделать. Сейчас вы видите самую защищенную базу на планете. Ее можно разломать только мамонтом. Поскольку у меня есть мумии, мне в принципе не страшно. Сейчас мы с тобой просто пойдем и зарашим его. У него несколько арбалетов, это не так уж и страшно. Пару анубисов ему закинем. Ну вот они с арбалета что-то там стреляют, даже не попадают. Заспавню одного мамонта. Так, еще больше бойцов. Давай больше бойцов. Еще пару анубисов. Там, наверное, мой мамонт уже заспавнился. И мы врываемся. Я захожу с обратной стороны. Пока моя армия отпугивает эти арбалеты, я их быстренько разломаю. Помогу им немного. Ха! Вот так вот. Здесь осталось просто несколько арбалетов. Сейчас мы быстро разнесем этого египтянина. В смысле? Как ему удалось... разломать все мои арбалеты. What? Нет. Он идет прямо сюда. Ах ты, Русик, остановись. Остановись, Русик. Он моего мамонта угнал и скачет на нем. Ты что, офигел, что ли? Есть, один раз я его уже убил. Запрыгиваем на этого мамонта. Так. Мои мумии-стражники должны защищать мою базу, а не уничтожать ее. Отправлю еще несколько бойцов в атаку. Врываемся. Вот так, Русик, я тебя сейчас раздавлю своим мамонтом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Разнес последний арбалетик. Эй, Русик, давай, иди сюда. Иди сюда, я тебя сейчас затопчу. Иди сюда, Русик, подходи сюда поближе. В Clash Royale вздумал со мной сыграть. Сейчас решил ко мне лезть, ты. Как тебе не стыдно, плохой человек. А, ну иди сюда. Так, больше мумий бойцов. Больше анубисов. У него есть тактика. Он просто ждал и использовал метеориты. Только и всего. Все было достаточно просто. Так, эту штуку я разломал. Давай попрыгаем на этой штуке. Можно походить на ней кругами. Вот так вот. Вот так вот. Отлично, наворачиваю здесь круги. Мне нравится. Меня все устраивает. Сейчас мой метеорит обратно восстановится. Ну где же мои бойцы? Почему они не идут в атаку? Тогда, когда нужно. Эй, я вам говорю, вперед! Атакуйте вражескую территорию, камон! Вперед, быстрее, быстрее! Пошли! Все, сейчас они разрушат последний его таунхолл, и мы с тобой победили! И мы с тобой выигрываем! 700 золотых монет! Сейчас мы с тобой быстро нафармим себе голды. В предыдущей серии в комментарии вы писали, что Пози не умеет играть! Сейчас такого не будет. Запомните мои слова. Сейчас мы будем их полностью рашить. Сейчас мы будем очень жестко рашить. Сейчас мы будем использовать только боевых персонажей. 1441 золотая монета и куча арбалетов. Мы можем с тобой абсолютно все, что захотим. Так, нужно больше бойцов Анубиса. Нужно собрать их штук 10, как минимум, хотя бы десяточку. Мумий много. Мумии это полезные игроки. Они защищают, они тауэрят. Когда на нас будет идти нападение, они нас будут доблестно защищать. 8 бойцов мумии, это тоже нормально. Так, и вот этих вот ребят, как можно больше. Вот таких штук 10. Таких штук еще нужно, да, напокупать. И самых обычных, да, исторических. Теперь нас будет очень много, что мы просто-запросто справимся с любыми препятствиями и преградами. Просто разнесем абсолютно все. Мультиплеер. Погнали. Я хочу батлиться. Мы нашли матч, будем сражаться против JBCCC13. У него тоже одна победа, одно поражение. У меня 9 побед и 11 поражений. Все очень плохо, я знаю. Телепортируемся на PvP-арену. Сейчас я вам покажу мастер-класс. Для начала нужно сразу определить, какого типа у него база. Если там у нас много защиты, то, следовательно, туда нет смысла отправлять атакующих. Проще ворваться сразу же на мамонтах. А у него нет спавна армии. Да ладно, вы серьезно? Окей, давай мы сделаем просто так. Будем закидывать туда вот этих бичиков. Вот этих бомжей. Просто набросаем их туда сразу сотни. Этих неандертальцев. И с нами ничего не будет. Он даже, мне кажется, не шевелится. А, вот у него там один боец был все-таки. Сразу кучу таких. Спавним. Они там все за меня сделают. Я более чем уверен. Больше топорщиков! Это будет полный разнос его армии. Ну и поставим одну мумию. Так, чисто по приколу. Все, разнесли все арбалеты. Это опять очередная победа. Но я сразу же скажу, что мы играли против новичка, поэтому здесь нет ничего позорного. Когда-то, точнее одну серию назад, я тоже очень круто проигрывал. Плюс 700 золотых монет. Базу я даже не знаю, как совершенствовать, потому что она просто совершенна. Мои арбалеты отбивают любые атаки, поэтому
я даже не знаю, что против них можно использовать еще. Наверное, какие-нибудь стены стоит построить. Хотя я не уверен. Мультиплеер батл. Будем сражаться против еще одного египтянина. Возможно, он тоже будет против меня драться. 10 к 11, я потихонечку исправляю свой счет. Нужно отдать этому должное. Будем сражаться против какого-то Джека. А нет, хакер 218. 10 побед, 11 поражений. У меня 10 побед, 11 поражений. Мы с ним очень похожи. Мы его выиграем. Чего бы то ни стоило. Это же Clash Royale. На самом деле я не играл в Clash Royale, поэтому мне очень тяжело ориентироваться, как играть в эту игру. Поначалу было сложно, но сейчас более-менее все понятно. Единственное, это то, что мои арбалеты можно запросто разнести метеоритами. Оу, щищ! Так, сразу же бойцов спавню Анубиса, одного мамонта, мумию, сразу же вот этих обычных игроков. Мы садимся сразу же на мамонта, как только он появляется, и идем разносить его стены. Сразу же много защитников. Сразу их спавним. Куча. Запрыгиваю, растаптываю, помогаю им немного. Иду вперед. Давай! Мы разнесем их! Разнесем! Меня чем-то отталкивают, или мне кажется. Так, пробьем эту преграду. Давай! Это против мамонтов штука. Она на меня как-то не работает. Даже не знаю. Это какие-то колючки плюс ловушки. О май гад. Оу, меня неплохо так подстрелили. Ну давай же, ломайся. Стены нам ломать не нужно. Один ряд мы с тобой расчистили полностью. Золотые плиты нужно тоже раздолбить. Используем метеорит на его базу. Давай, разносим все преграды. Вот так вот. Сразу несколько этих арбалетов уничтожили. Еще больше анубисов. Он на меня еще не использовал метеорит, поэтому я очень рад. Возвращаемся обратно к своему мамонту. Сразу же кучу бойцов заспавнили. Мне кажется, я сейчас всех бойцов сразу же в атаку просто отправляю, даже не задумываясь. Пару мумий. Это очень сложная катка, скажу я вам. Есть! Мы убили все арбалеты. Мы красавчики с тобой. Мы с тобой красавчики. Осталось просто уничтожить пару стен. Давайте я вам даже помогу. Я же все-таки слоник. Я же маленький милый слоник. Мы почти все препятствия разбили. Мне кажется, он даже не понимает, что происходит и как мы это делаем. Так, больше анубисов, больше бойцов. Больше. Есть! Мы прорвались на его территорию! Разносим по полной программе. Всех используем, вообще всех спавним. Последних трех бойцов. Это сложный соперник, но мне кажется, все мои 700 золотых монет дадут мне большое преимущество. По крайней мере, я буду понимать, что я потратил все свои деньги не зря, как дурак. Вы же видите, я как трачу их быстро. Моя армия почему-то не может до конца доломать все, что здесь есть. А где сам игрок? Я его даже найти не могу. Может, он мне там что-то ломает? Нет, он даже ничего не ломает. Он даже армию больше не спавнит. Видимо, он смирился с тем, что я намного круче него. Хоть у него и красивые декорации, но играть он грамотно не умеет. Все, мы разнесли все его башни. Осталось последнее, и даже одна мумия у меня в запасе осталась. Тырья! Мамонты — это читерство. Все, мы победили. Плюс 700 золотых монет. Ю-ху! Еще один батл выигран. Нужно купить нам мамонтов, мумий как можно больше. Нужно найти игрока, который играет в тактику батлов. Ну, то есть, как можно больше рашит игроков вперед. Все, готово. В принципе, я думаю, всех моих этих персонажей должно хватить. Идем в еще одно очередное сражение. О, cool guy. 2 победы, 4 поражения. Ты не такой уж и крутой. Сейчас я выровняю всю свою статистику. И заработаю еще 700 золотых монет. Покажите мне его базу. Нужно сразу же ее оценить. Несколько арбалетов. Против него мы, кажется, уже сражались. А нет, мы против него не сражались. Так, начало через несколько секунд. Так, ага, спавним свою армию. Сразу же анубисов. Каждому по одному спавним. Сразу же делаем элементы защиты. Отправляем еще бугаев воевать. Запрыгиваем на мамонта. И, не теряя времени, бежим в атаку. Тау! Половину жизни ему снес. Пройдем сквозь арбалеты. Просто-запросто. Отвлекайтесь все на меня. Я почти все его арбалеты снес. Нам не страшен серый волк. Воу! Он до сих пор их спавнит. Он активный игрок. Слушайте, я думал, что он не будет так активничать. Но они даже сюда не подойдут на самом-то деле. Вот вам небольшой тестик. Ой, нет, тестик. Плохой тестик. Так, вперед, рашим. Без остановочки. Где мой мамонт? Где мой отличный боевой мамонт? Мои персонажики заканчиваются. У него какая-то бесконечная армия. Ладно, прыгаем на мамонта, пока не поздно. Используем метеорит. Он, наверное, забыл про то, что его можно использовать. И сейчас метеоритом его еще неплохо добьем. Пробил какие-то препятствия. Неплохо. Врываемся! Джоу! Минус арбалет. Минус полянка. Сейчас я твой домик шатал, труба шатал. Я разрушаю здание У, я разрушаю здание А. Это победа! Мы молодцы! 700 золотых монет. У-ху-ху!
Ну что ж, теперь я вам показал самую непобедимую тактику. Если вы хотите, чтобы я записал еще хотя бы один видосик по этому режиму, то поставьте свой лайк и подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Оставайтесь такими же крутыми и веселыми, и увидимся с вами в следующих видео. Адьос! Playtime!